Мне открыть-то можно? Гишончик. Уши. Давай, слазь, я открывать буду. Давай. Давай, уходи, уходи. Уходи, это небезопасно. Давай. Давай. Ну и как я это открою, если ты тут сидишь? Давай. Давай. Эй. 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 Уши слазь давай. Ешь. Нет, твоя коробка. Нельзя открывать. Ай, ну ладно. Ну-ка, контрольный дёр. Ура! Одобрено! 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 Теперь с этой стороны. Одобрено, как тедралка. Круто! Молодец какой! Молодец! Ой, молодца! Теперь с другой стороны опять. Да, да, да. Да, да. По-моему, она пропитана каким-то запахом картонка. Она ему очень-очень нравится. Ну как? Что скажешь? Да или нет? По-моему, ясное да. Тебе нравится кошачья мята? Ну давай насыплем. А, вот оно что, ты хочешь потереться об нее? Ну давай. Ну. Вот пошло дело. А вот и пошло дело. Да-да-да-да. Надо сразу дёпой своей повернуться. О-хо-хо-хо-хо, какой. Давай-давай-давай, маркируй. Это твоя теперь фигнюша. Гешка, по-моему, не осталось ни одной поверхности в доме, где бы ты ни сделал валяки. На любом одеяле, на любом диване, на чемодане. Все собрал? Ой. Простите, что я шмыгаю. Да, да. Ой, какая. Какая кошка. Какой Геша. Молодец. Ну, хоть тебе будет чем заняться на выходных. Гулять у нас похолодало, у нас снег сегодня пошел, мы его уже было начинали на балкон выпускать. У нас специальный загороженный балкон для него. Вот. Ау, кусь! Ах ты, засранчик! Ты мне сделал ку... А, второй кусь, ну, сама виновата. Хозяевам нельзя делать кусь. Можно только игрушки кусать. Руки нельзя. Хулиган. Ну ладно, отдохни немножко, да? Ой, ты какой сладкий. Давай отдыхай, ладно? Только не шали. Пока.